В этом доме жители села Камышовка хранили маньчжурскую коноплю. Заготавливали они ее в промышленных масштабах. На месте преступления полицейские нашли крупную партию наркотического гербария. Чтобы задержать травяных баронов, сотрудники уголовного розыска провели спецоперацию. Сперва оперативники наблюдали за домом, в котором двое мужчин едва за 30 заготавливали зелье. Затем подозреваемых задержали. И во время задержания подозреваемые натравили на сотрудников полиции собаку бойцовской породы. Полицейский применил табельное оружие и обезвредил животное. После того, как на месте преступления утихли страсти, следственно-оперативная группа изъяла растения. Более 70 килограммов маньчжурской конопли направили в экспертно-криминалистический центр. Там специалисты констатировали, изъятое является наркосодержащим средством – каннабисом. В отделе полиции задержанные дали признательные показания, пояснив, что собирали дикорастущую маньчжурскую коноплю, которую впоследствии заготавливали. По факту изготовления и переработки растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного подразделения возбудили уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.